Добрий день, Юрій Камільков. Ми на каналі Ukraine The Best. Як завжди, мені допомагає Ігор Панасов. Добрий день. І сьогодні у нас в гостях герой нашого проєкту Ukraine The Best. Лідер, абсолютний лідер сучасного українського балету Раду Бакрітеру. Раду, вітаю. Привіт. Я трошки про тебе розкажу, бо не всі глядачі у нас театрали. Ну, я з удовольствием послушаю, мало ли забув щось уже. Так. Да. Ну, спочатку то, що написано в Вікіпедії. Хореограф-постановщик, який працює в Україні та багатьох інших країнах світу. Заслужений діяч мистецтв України 2017 рік. Лауреат Національної премії Шевченка 2016 рік. Лауреат премії «Людина року» 2017 рік, народний артист Молдови 2016 рік, щось ти в два роки так потужно щось. Лауреат міжнародних... Посипалось, називається, посипалось, да. Посипалось. Лауреат міжнародних конкурсів, засновник та головний балетмейстер Академічного театру «Київ Модерн Балет». Тобто, вже по назві зрозуміло, що ти займаєшся сучасним балетом. Ну і викладач, професор кафедри сучасної хореографії Київського національного університету культури та мистецтв. Від себе додам, що Раду у нас людина світу, він народився в Молдові, навчався в трьох країнах, потім отримав громадянство Білорусі і потім чомусь приїхав до України. Чому? Раду. Да, там на самом деле история, которая уходит своими корнями в начало 2000-х. Есть такой замечательный совершенно украинский меценат, вот прямо настоящий меценат, не спонсор, а меценат. Владимир Витольдович Филиппов, мой большой друг до сих пор. Это человек, который поддерживал на протяжении всей своей жизни искусство украинское. И когда-то он предложил мне в 2005 году сделать спектакль «Силы доли» «Ле форце дель дестино» для певицы Алены Гребенюк. И для, я придумал концепцию, что это будут артисты балета и так далее. Это был первый пилотный проект, тогда еще не начавшегося Киев модерн балета. Спектакль увидел свет рампы в 2005 году. И после премьеры, премьера была очень удачная, на мой взгляд, и достаточно резонансная. Владимир Витольевич в приватной беседе, мы сидели у него дома, и он говорит: слушай, давай сделаем театр. И это предложение из разряда, от которых не отказываются. Ни один хореограф никогда не откажется получить свой собственный театр. Я тогда еще не знал, какой огромная ответственность, какая куча работы, какая постоянная головная боль, и при этом приятные муки творчества, и все-все-все вместе этот ребенок мне принесет. И в 2006 году уже на сцену появилась подмарка «Киев модерн балет», спектакль «Кармен ТВ». Это был первый спектакль уже непосредственно «Киев модерн балета», потому что «Ле форце дель дестино» — это был пилотный проект. Вот так появился, как грубо говоря, театр. Владимир Витольевич шутит, когда у него спрашивают, почему для того, чтобы возглавить, основать, построить первый в Украине репертуарный театр современной хореографии, он позвал не украинского хореографа, а молдаванина. Он шутит, говорит, что вы знаете, строительство театра – это очень сложная вещь, а как вы знаете, на стройке самые сложные работы выполняют молдаване. Вот как-то так. Да, дуже креативно. Багато років твій театр не був державним, тобто муніципальним. Це не перша відмінність твого театру, а друга відмінність в тому, що ти експериментуєш не тільки як творча людина, а береш у себе у трупу навіть людей, які не мають освіти професійної. Балетної. Так, вони всі артисти мають образування професіональне, тільки це не академічні артисти балету, тобто вони не закінчили балетних училищ. Чаще всего. Да, некоторые заканчивали. Вот. У шовіністично настроєних
классических артистов балета, это называется люди без образования. На мой взгляд, это люди с это образованием, которые большую часть своей жизни посвятили искусству танца, просто они не учились танцевать на пуантах, пачках и так далее. Вот. Ну, а это профессиональные люди, которые их профессия, их призвание – это движение, это танец. Поэтому я считаю, что они профессионалы, просто немножко другого разряда. Ну, я бы назвал модерн балет, тобто вона вимагає, ну, нібито вимагає, щоб людина навчалася балету. А у тебе трошки інший підхід, тому у тебе так все цікаво виходить. У тебе дуже креативна група, я маю на увазі твоїх художників, композитор. Вони спочатку з перших днів так і працюють, і далі з тобою? Злобин, Іпатєва? Очень по-разному все. Первые мои художники, постоянные в моей жизни, это Андрей Злобин, сценограф, и Анна Ипатьева, так. Художник по костюмам. Они до сих пор со мной рядом в творчестве. С Анечкой мы недавно выпустили 9 свиданий спектакль на музыку Шопена. Буквально вот это была последняя премьера перед началом войны. Только что мы с Андреем сделали в Пловдиве, в Национальной опере Пловдива в Болгарии, восстановление спектакля, перенос спектакля «Долгий рождественский обед». То есть мы, наше сотрудничество продолжается. Появляются новые люди, так сказать, в творческой орбите театра «Киев-Модерн-балет». Это Дмитрий Курята, художник по костюмам. Это Ольга Никитина, человек, который волшебно занимается видеопроекцией, потому что последние большие премьеры, они все были построены на видеопроекции. Может, кого-то забуду, но вот будем говорить, наверное, вспомним дальше. Ти колись отримав дуже велику кількість премій, як це назвати? Балетмейстер, називай, не ошибешся. Ну, наприклад, в Варні ти отримав перші премії, да? Як хто? Это премія хореографу, то есть это не артисту балета. Варнинский конкурс это так вот называемая балетная олимпиада. Расскажи про него, мало хто знає. Рассказать? О Варнинском конкурсе никто не знает взагалі. Что это за конкурс? Чем давай я маленький экскурс сделаю, да, максимально сжатый. Дело в том, что в исторической перспективе, как бы такой, в глобальной, конкурсы артистов балета имеют не такую длительную историю. И когда-то в 1964 году замечательный человек искусства Болгарии Эмил Димитров придумал балетную олимпиаду, первую в мире. Это конкурс, международный конкурс артистов балета. То есть со всех стран приезжают молодые артисты балета, участвуют, танцуют три тура, разнообразные ПДД и современные номера. Их оценивает максимально престижное международное жюри, состоящее из людей, которые уже относятся к классикам. Тогда было это классического балета, сейчас уже есть варианты. Это был первый в мире конкурс артистов балета. У болгар абсолютное первенство в этом плане. Естественно, Советский Союз во главе с Министерством культуры и Фурцевой поняли, что это не дело, как это у болгар есть, а у Советского Союза нет. И в 69-м году появился второй в мире конкурс артистов балета в Москве. Сейчас их огромное количество, но все равно не надо забывать, что Варнинский конкурс, он был первый, и это на самом деле... как бы Колумб открыл Америку, Эмил Димитров открыл балетные конкурсы. Да, я был два раза, моя хореография брала первое место как лучшая хореография конкурса, насколько я помню, 2000 год, 2008. Да. Последние два конкурса в Варне я уже был в жюри, заматерел, закостенел, замастодонтил, и вот уже сижу в жюри. И, к сожалению, к огромному, и вообще это, к сожалению, огромному всего балетного мира, произошло то, что не могло произойти никогда, и последние несколько лет конкурс в Варне не проводится из-за отсутствия финансирования, из-за постоянной смены правительства и так далее и тому подобное. Этого не могло, это должно было быть, это то же самое, что взять и отменить Оскар, но только в балетном мире. И весь балетный мир надеется, что дети Эмила Димитрова, которого, к сожалению, уже нет с нами, Димитар Димитров и его сестра найдут финансирование, и конкурс снова увидит свет, потому что это замечательное совершенно событие в мировой балетной культуре. Я, это максимально коротко. Да. Короче, не смог. Якщо пам'ятаєш, я ж був присутній на
16-му році, да, з тобою. Ми були в Арні. Да, ти мене запросив на фінал. І почув таку історію, що отримати гран-при цього конкурсу майже неможливо, і за всю історію тільки одна людина її отримала, да? Це так? Да, да. На першому конкурсі в 64-му році гран-при отримав Володимир Вікторович Васильєв. Легенда мирового. І після цього, а чому так тяжко це отримати гран-при цього конкурсу? Ну, как бы есть конкурсы, которые легко дают гран-при, есть, которые потяжелее. Но вот этот конкурс почему-то вот было такое мнение, что исключительно гениальный должен быть артист балета, полный комплекс всего. И только он может получить гран-при. Потому что через Варнинский конкурс прошли практически все звезды мирового балета. И Сильвия Гильем, и Михаил Барышников. Имена, можно бесконечно их вспоминать. Вот. Но так и осталось, что за эти уже сколько там лет, не буду считать, сейчас навру, гран-при было единственное у Владимира Васильева. То есть можно вважать, что это наивысшая в свете награда, да? Ну, да, все равно балет, знаешь, балет это же не спорт, это не про секунды, не про метры, не про килограммы, это очень субъективно, это искусство, и поэтому также сложно давать оценки, какое самое высшее гран-при, вот, ну, давайте, пускай будет Варна, хорошо. Я очень надеюсь, что конкурс восстановится и будет, и появится еще очередное гран-при. У лютому минулому році почалася війна, і що трапилося зі твоєю трупою? Дуже багато ребята, да, коли почалася війна, дуже багато ребята, так же, як і дуже багато граждане України, поуїжджали із країни, дівчатки в основному. І где-то, наверное, несколько месяцев труппа не функционировала, театр не функционировал, все находились в этом ужасном ступоре. Но в один из приездов в Киев я встретился с директором театра, с Владимиром Миленчуковым, с Дмитрием Кондратюком. Это единственный артист, который остался из первого состава театра «Киев Модерн Балет», который никогда не уходил из театра. И вот все эти, сколько уже, с пятого года, с шестого. Страшно подумать. 17 лет уже со мной рядом, и мы делаем одно большое дело. И сейчас, когда меня нету в Киеве, он исполняет обязанности мои, главного балетмейстера. Вот. Мы соединились, сели, подумали и решили, приняли решение возобновить деятельность театра. Не знали, как пойдет, не пойдет. Провели кастинг, набрали артистов новых, которых не хватало для того, чтобы в полном метре шли спектакли. Все, и начали показывать. И мы были удивлены, поражены, и прямо было приятно, то полные залы, людям во время войны искусство танца нужно, потому что это, на мой взгляд, это два часа, на время которого люди забывают о том, что идет война, забывают про все эти ужасы, и это главная функция искусства сейчас, вот во время войны, на мой взгляд. Опять же, я никому не навязываю свое мнение, но вот я так думаю. На минулому тижню у тебя был балет в Киеве, і прилетіли купа шахедів, і вистава припинилася. Люди повернулися після закінчення тривоги? Да, да, это не куча шахедів було, это був этот Байрактар, который с ума сошел над Майданом. Угу. Да, 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 это он был. И он прямо над Жовтневым паласом его збили, и, конечно, это был просто ужас. Мы тогда еще не знали, что это, кто это и так далее. Да, на 40 минут остановили спектакль, и после этого все люди вернулись в зал, и спектакль продолжился, и, к счастью, все закончилось хорошо. Это второй раз. Один раз я был в Киеве, у нас шел спектакль «In Pio Veritas», и тоже была воздушная тревога, все ушли в убежище, потом все вернулись это обратно. И с того места, откуда мы, где мы закончили, мы начали снова первый акт, и потом показали второй. Но это, мне кажется, сейчас уже обыденность для всех театров. Я з тобою часто спілкуюсь за цей рік, і постійно ти в якоїсь дорозі, або ти в якомусь аеропорті, то ти в Азії, в Європі, в Україні. Що ти там в Європі робиш?
том числе? Да, у меня сейчас очень-очень бурная география получилась. Волей-неволей, как бы, я не мечтал об этом, естественно, но получилось так, что эта оборотная сторона войны обернулась для меня большим количеством проектов на Западе. Я сделал уже несколько спектаклей. Это то, что я уже упоминал в Пловдивской опере национальной. А с кем ты работал? С кем ты работал? Местными труппами. С местной труппой. Если я делаю спектакль в другом театре, это всегда артисты того театра. Полностью украинский проект, костюмы Дмитрия Куряты, замечательного художника по костюму. Многие знают Дмитрия как главу отдела стиля телеканала СТБ в период, когда вот были самый разгар «Танцуют все», «Икс-факторы» и так далее. Вот все костюмы, это все Дмитрий Курята, потрясающий мастер, очень молодой человек еще, и необыкновенно контактный, и легкий в творчестве. Художник по декорациям, сценограф Андрей Злобин, мэтр нашей сценографии украинской, художник по свету Елена Антохина, и то есть вся полностью украинская команда. В спектакле «Женщины в ре миноре» на музыку Иоганна Себастьяна Баха и спектакль по пьесе Торнтона Уайльдера «Долгий рождественский обед» на музыку времен года Антонио Вивальди. Премьера состоялась в Пловдиве, были показаны на гастролях уже и в других странах, и в Софии, в столице. На мой взгляд, был большой успех. По крайней мере, я был абсолютно счастлив, и артисты тоже окунутся в нечто новое для себя, скажем так. После этого состоялась премьера буквально недавно спектакля «Ви» на сцене, я не побоюсь сказать, главного театра Прибалтики, Латвийской национальной оперы. Это легендарный театр, огромная институция с великим прошлым. Хотя бы можно упомянуть то, что определенный период жизни Латвийской национальной оперы дирижером этого театра был Рихард Вагнер, чтобы вы понимали. По приглашению худрука, это буквально было первое приглашение, я еще ехал на машине в сторону Львова, убегая от обстрелов Киева, первый день войны, и раздался звонок, мне позвонил мой друг Айвар Лейманис, он является художественным руководителем балета Латвийской оперы уже очень долгие годы, и он говорит: я не знаю, что я могу для тебя сделать, но как только ты вырвешься в Европу, я жду тебя, будем делать твой «Вий». Он был на премьере, ему очень понравилось, он хотел сделать «Вий». «Вий» – балет на музыку Александра Родина, наш украинский композитор, художник по костюму Дмитрий Курята, видеопроекция, главная сценография этого спектакля – это видеопроекция. Наш художник по видеомастерица Ольга Никитина, что, собственно говоря, композитор, наш современник Александр Родин, ваш покорный слуга. Ну, это той самый «Вий», який ти у Києві презентував позаминулому році. Да, он такой же, но не такой же. Он такой же, но не такой же, потому что в Латвийской... У нас он шел под запись, без живого оркестра. В Латвийской опере не идут спектакли под запись. И поэтому это был большой симфонический оркестр Латвийской оперы. Это потрясающе, конечно, придает новую краску, жизнь любому балету, живой этот оркестр. Но учитывая, что мы имеем дело со спектаклем, который полностью построен на видеопроекции, это главная проблема техническая. Была не танцы, не свет, не знаю, не костюмы. Главная была проблема синхронизации живого оркестра и точно выстроенной, прямо в миллисекунды выстроенной видеопроекции. Вот над этим мы работали до премьеры. Практически все получилось. Как говорил в своей книжке Сальвадор Дали, «Дневник одного гения», не бойтесь достигнуть совершенства, это единственное, что вам точно не грозит. Так что совершенства не было, но мы очень были близки к нему, скажем так. Вообще, мне кажется, что вот моя функция сейчас, вот во всех этих проектах, которые я осуществляю,
в Европе, это популяризация украинского искусства, потому что, конечно же, происходит привыкание к войне. Украине это очень печально, это становится обыденностью. И сейчас, когда смотришь Евроньюс выпуски, мы уже не первые, какие-то есть другие события, которые затмевают этот ужас, который творится в нашей стране. И это очень обидно, и это очень опасно, что все могут привыкнуть, и это станет это рутиной и обыденностью. Я как художник появляюсь вот в разных театрах Европы, и люди вспоминают о том, что эта Украина – это страна, которая сейчас нуждается в помощи, нуждается в каких-то военной помощи, в гуманитарной помощи. И тем не менее, и она, несмотря на то, что идет война, она производит художественный продукт высокого качества, вполне европейского качества, мирового. И люди об этом вспоминают, когда приходят к нам на спектакль, или когда узнают, что такие проекты были осуществлены. А тебе там воспринимают как украинского хореографа, так? Да я сам сейчас это вот воспринимаю как украинский. Я большую часть, у меня вот сейчас 51 год, я 10 лет прожил в Кишиневе, в Молдове. 6 лет я учился в Перми, в Пермском училище балетном. 10 лет я проработал в Большом театре Республики Беларусь в Минске. Кем? Потом я был Кем? Свободным художником какое-то время. Угу. И с 2005 года я живу в Киеве. Какой я хореограф? Ну, конечно, украинский. Раду, перша прем'єра, яку після початку повномасштабної війни побачили українці, це в березні балет «Завтра». Ваша робота, я маю на увазі. Я не бачив саму роботу, але читав декілька відгуків в різних медіа на цю постановку. І там мені, ну, я помітив таку важливу думку про те, що важлива частина цього спектаклю і думка, яка стоїть за цим балетом, те, що Україна – це майбутнє. Ви згодні з такою думкою автора цієї статті? Ну, я взагалі планував, так. Да. Я вообще планировал этот спектакль. Я вам, можно маленькую предысторию, да? Я долго думал, какой спектакль мне сделать для моих любимых родных артистов в Киеве. И понимал, что замахиваться на какую-то грандиозную, огромную работу нету ни финансов, ни времени. Поэтому мне показалось, что что-то камерное, интимное, но при этом пронзительное будет правильным выбором сейчас. У меня есть такая маленькая музыкальная сокровищница, из которой я очень неохотно трачу, как скупой рыцарь, не очень неохотно трачу произведения музыкальные, которые мне наиболее близки, дороги и кажутся знаковыми для меня лично, как для слушателя, в первую очередь. И у Федерико Шопена есть гениальные два концерта фортепианных и совершенно потрясающей красоты средние части в них, медленные. И я понял, что пора тратить, вот, и я извлек эти две части и подумал, что надо сделать спектакль вот именно на две средние части концертов Федерико Шопена. Сначала у меня была мысль записать голоса детей, актеров театра «Киев Модерн Балет», которые в свободной форме на диктофон говорят о том, чего они ждут от завтра. Мне показалось, что это будет интересно. Но потом я вдруг понял, что в этом есть некая спекулятивность какая-то, которая мне как автору претит. То есть, ну, совсем уже... Как это объяснить, не знаю, понятно, непонятно. Какая-то сиюминутность и журналистскость в этом есть. А балет и искусство танца, оно очень символично, аллегорично, метафорично, любые какие-то. Но это метафоры и символы, и аллегории, они требуют времени и дистанции исторической, чтобы сформироваться. Поэтому мне показалось, что так впрямую в лоб, для меня в лоб, может быть, для кого-то это было бы и нормально, так впрямую в лоб мне не захотелось сделать, поэтому я оставил только музыку Шопена и
дал возможность себе и артистам, потому что артисты театра Киев-Модерн, они всегда соавторы мои, потому что они очень много предлагают и хореографического текста, и каких-то идей. Я дал возможность себе и артистам в языком танца помечтать о том, какое завтра мы хотим. Сейчас это очень актуально. Надо верить в то, что завтра будет, и оно будет солнечным. Это спектакль про наше ожидаемое, желанное, солнечное завтра без войны. Как-то так. Круто. Говорячи про цей спектакль, і ви зараз цю думку майже повторили, ви говорили, що вам не хотілося робити на злобу дня постановку. На злобу дня, це, на вашу думку, завжди кон'юнктур? Ні в коєму случаї не маю права оцінювати. Давайте я немножко сужу, да? Потому что злоба дня, она разная. Журналістика, она, в принципе, должна быть про злобу дня. Правильно? Я буду говорить только про искусство танца. Ни в коем случае не имею права осуждать людей и говорить, что вот это на злобу дня, это конъюнктура. Если они умеют, если они чувствуют, авторы, мои коллеги, что они могут это делать, что им комфортно, что они чувствуют себя востребованными, что зритель ходит, и им кажется, что все дело сделано правильно, они имеют на это право, естественно. Просто я не умею. Я не умею, я не знаю, как сделать так, чтобы в этом не было конъюнктуры. Но это вот моя какая-то такая странная особенность, как создателя, как демиурга. Вот мне кажется, что надо немножко отойти, дистанцироваться и потом только начать говорить. Ну, у меня вот есть твоя фраза про твою творчість. Це єдина система координат, якою я вільно володію і на основі чого створю свою мову, яка багатьом здається межею авангарду. Казав таке? Вообще, мужик крутой, я сказав. Я не я, но нормально. Це написано, говорить про свою систему хореограф Ради Покрітару. Підписано. Вообще смешно. Раду, а скажіть, будь ласка, а чому разом з завтра в Києві була показана ще раз постановка «Вгору по річці»? Чому ви з робіт, які у вас вже були до 22-го року, обрали показати в Києві саме цю? Вы знаете, на самом деле, из одноактового, который у нас есть, есть такая форма, одноактный балет. Можно формировать, как из пазлов, можно формировать любой вечер. И очень редко бывают спектакли, которые не компонуются друг с другом. Компоновать можно по однотипности, например, а можно компоновать по методу контраста. И мы восстановили уже к этому времени все одноактные балеты, которые были в нашем репертуаре, и незаслуженно невосстановленным осталось «Вверх по реке» на музыку, кстати, опять же, Александра «Это Родина», на его замечательный квартет. И раз уж мы делаем премьеру, то мне показалось, будет логично также восстановить спектакль «Вверх по реке». Это, кстати, это необыкновенная история Бенджамина Баттона. Я вообще думаю, что, может быть, имеет смысл переименовать, не выпендриваться, а переименовать прямо Бенджамина Баттона и показывать, как Бенджамина Баттона, чтобы люди понимали, на что они идут. Это история про то, как человек проживает жизнь вспять. Рождает, то есть старик постепенно молодеет и совершает грехи, и неизвестно, что служит причиной его жизни вспять. То ли его грехи, то ли сговор с дьяволом, то ли это Фауст, то ли и Мефистофель, никто не знает, но это способ пофантазировать на эту тему. И поэтому, когда возник вопрос, что же показывать завтра в первом отделении, мы дружно все поняли, все руководство театра, что это хороший вариант сделать «Вверх по реке» и вспомнить этот спектакль, вернуть его обратно в репертуар. Я нагадаю, я поясню нашим глядачам, що це по твору Френсіса Скотта Фіцджеральда, і саме загадкова історія Бенджаміна Баттона – це назва
фільма Девіда Фінчера, який виходив там десь років 10-12 тому. Це більше для глядачів. Я розумію, раду, що ви в курсі всього цього. Взагалі не факт, але в этот раз в курсі. Юрій, у вас питання? Чи... Я читаю твої питання. А, ви читаєте твої питання. Раду, я читав, що після, ну, коли почалася повномасштабна війна, то деякі артисти, які залишали ваш театр до цього, вони повернулися. Це правда? Да, да. Это можно сказать, я про одного точно скажу. Это Алексей Бучко. Это человек, который тоже со мной вместе с 2005 года. Леша потрясающий совершенно артист и профессионал такого мирового уровня совершенно. И замечательный человек. Но он относится к таким метущимся натурам творческим, которые постоянно что-то ищут, которые что-то хочет менять, которые испытывают нормальную для творческого человека неуверенность в себе. Я тоже очень неуверенный в себе. Я вот разговаривать очень уверенно могу. А когда я прихожу в зал балетный что-то делать, я ужасно не уверен в себе. И я был безумно счастлив, что через какое-то время, вот когда началась война, Алексей снова вернулся в театр, и мы сейчас имеем ведущего артиста балета Алексея Бусько в составі трупи, і це грандіозна находка. Мені просто цікаво було вас запитати, з якими словами він повернувся, ви поновили цей зв'язок і роботу спільно? З яким настроєм? Я не помню слова. Я вообще этот вот, я как бы с памятью, с вербальной памятью не очень хорошо. Я с начала войны начал учить английский язык и так и не заговорил на нем. Но я на нем зато виртуозно молчу. Вот. Поэтому вспомнить, какими словами мы обменялись с Алексеем перед его приходом, а это обратно, может, вообще не было никаких слов. Может, просто говорит, я возвращаюсь и говорю, прекрасно. Вот так было, скорее всего. Ничего витиеватого. Мені таке глобальне запитання хочеться поставити вам. Люди, які займаються творчістю, в часи, коли на перший план у житті виходить смерть, руйнування, і все, що пов'язано з війною, вони не завжди готові адаптуватися до такого стану речей. Скажіть, будь ласка, що, якщо ви готові відверто поділитися цим, що ви відчували і в якому стані ви перебували там декілька останніх днів лютого 2022 року? Ну, я думаю, що приблизно в такому стані, як всі інші, я був в абсолютному ужасі, в паніці, в відчутті того, що життя змінилось і, можливо, навсегда, і не по твоїй волі, і то, що кто-то, какая-то черная тупая сила может решить за тебя, как тебе жить, это ощущение безысходности какой-то. Это не покидало меня первые, наверное, пару месяцев. Как и многие, я не буду говорить, что я такой прямо какой-то суперболевой человек и стальной стержень. Нет, я также сидел, как и многие люди, сидел на успокоительных. И Бифренд был моим хорошим товарищем, который позволял мне продолжать жить дальше. Вот. Но я счастлив, что... Вы знаете, работа лечит. Работа лечит, и как только у меня появилось много-много-много разной работы, проекты, галоконцерты, новые спектакли, работа с Киевским балетом и все остальное, оно изгоняет эту безысходность из сердца, и ты понимаешь, что это полноценная жизнь, просто она другая, и ты продолжаешь мечтать о возвращении в 23 февраля и до этого, но ты мечтаешь и знаешь, что это будет, но нет уже ощущения абсолютной безысходности, и это, конечно, радует. Ты был главным хореографом Молдавской национальной оперы, і потім покинув цю посаду, тому що там була так написана, переобрана влада нова, і це що за історія? Да, це історія. Я працював себе спокійно в Білоруському театрі опери і балету. Я вже к тому времени получил диплом хореографа в консерваторії. То есть я был дипломированным хореографом, но при этом был артистом кардебалета в Белорусском театре оперы и балета. Ко мне приехал эмиссар
тайный эмиссар из Молдавского театра оперы и балета Национальной оперы Молдовы Александр Максимов, дальнейший мой хороший друг, к сожалению, его уже нету с нами, замдиректора театра. Ему была поставлена задача сманить меня из Минска и заставить принять предложение стать руководителем балета Молдавской национальной оперы. Чтобы вы понимали, тогда в табеле о рангах вообще в искусстве я занимал в балете самую низкую ступеньку, потому что я был артистом кордебалета. Да? И предложение стать сразу руководителем национального театра – это огромный скачок вперед. Но инертность мышления артиста балета не позволила мне сразу сказать «да-да-да, я хочу». Почему? Потому что пенсия артиста балета наступает через 20 лет, а я проработал только 10. А если не пойдет, я потеряю профессию. Артиста балета профессия теряется быстро, и практически невозможно ее вернуть обратно в свое тело. Что я буду делать? Ну, и так далее, и тому подобное. Александр этот, Валентинович человек глубоко не пьющий и потрясающих моральных качеств. Он сделал усилие над собой, и мы пили с ним всю ночь. На утро он получил мое согласие, которое иначе бы вряд ли получил бы. И я пришел в театр, уволился из Беларуси, приехал в Кишинев, возглавил молдавский балет. Мне было 29 или 30 лет, что-то такое, совсем молодой был. Большинство моих подчиненных были старше меня, некоторые в два раза. Концертмейстеры, педагоги там. И я начал свою деятельность. Оказалось, что я это тоже могу руководить большим количеством народу. Первое, что я сделал, придя в Кишиневский театр, Молдавский театр оперы и балета, я отменил худсовет балета, потому что я считаю, что худсовет – это выяснение отношений и попытки там кого-то продвинуть и так далее. Я говорю, вы знаете, если будет плохо, виноват я один, но если будет хорошо, тоже молодец в первую очередь я. Поэтому без худсоветов теперь. Вот. И я год проработал в театре, и все было хорошо, и это был какой-то взлет труппы у молодежи. Много новых и это интересных работ. Я с большим пиететом до сих пор и восторгом вспоминаю этот период. Это были мои университеты. Я учился руководить большим количеством народу. И через год поменялось правительство, пришли к власти коммунисты в Молдове. Сменился министр культуры. Министр культуры сменил директора театра. Директор театра не продлил со мной контракт. Все. И я остался на улице, то, чего я больше всего боялся, я уже не был артистом балета, и я оказался, грубо говоря, на улице. И надо отдать должное, что первый театр, который позволил мне поверить в то, что у меня есть будущее, это Национальная опера Украины, мне позвонил тогда главный балетмейстер Национальной оперы Украины Виктор Еременко, народный артист этой Украины, всем любителям балета нашей страны известно это имя, прекрасный хореограф, и предложил мне поставить «Весну священную» и картинки с выставки. И я приехал в 2002 году в Киев. Это был мой первый большой проект в другом театре, где-то вообще на... Тем более Национальная опера этой Украины – это грандиозный совершенно театр. И на меня посыпались заказы. Просто я ставил и там, и там, и там, и Латвия, и Пермь, и я ездил, и ставил. И вдруг я понял, боже, какое счастье, я свободный художник, я востребован, я занимаюсь тем, ради чего я рожден, я ставлю балет, я чувствую, что это получается мне лучше всего из того, что я могу делать в этой жизни. И тот ужас, который был после моего ухода из Молдавского театра оперы и балета, он исчез, испарился полностью. А сейчас, по прошествии времени, это не будет, я надеюсь, обидно Молдове, но я даже счастлив, что так произошло, потому что я думаю, что останься я дольше в Кишиневе на должности главного балетмейстера, это помимо творчества, это очень рутинная работа руководства труппой академического театра. Ты своим творчеством занимаешь 5% времени, а остальное время ты занимаешься Мариусом Петипа и больными днями балерин, составлением расписаний, проведением гастролей бесконечно по полтора месяца в Англии с чужими спектаклями. И я счастлив, что сложилось все именно так. А в 2005 году, вот я вам уже это рассказывал, с чего мы начали, появился в моей жизни Владимир Филиппов своим предложением создать театр. Все, и с тех пор главная точка моих творческого притяжения – это Киев и театр «Киев Модерн Балет». «Киев Модерн Балет» вообще это главное создание, главное детище, которое я вообще
смог сделать в этой жизни? Маленькая історія, ми вже про неї раз розповідали, про цю книжку «Ukraine the Best». І лауреатів премії Шевченка. Так у тебе ти займаєш перше місце в цьому списку. Людина, яка отримала премію Шевченка після виходу цього книжки. Так що у тебе ще... Тобто ти хочеш сказати, що мені дали премію Шевченка, тому що ти здав книжку? Да? Я думаю, жарт. Ні, отак вийшло. Там просто багато, майже кожен рік люди, які присутні в цій книжці, отримують премію Шевченка, і жодного року не було, щоб туди вони не потрапляли. І був один рекордний рік, коли Ігор був членом комітету премії Шевченка, він був. Це дуже крутий музичний критик, якщо ти не знаєш. Бо театр і музика, вони пов'язані, але так. Да, так от, 100% лауреатами премії Шевченка стали учасники цього проєкту. Так що є чим гордитися. Це просто гордість за тебе і за інших людей, яким дають це звання. Ще, я думаю, ми в цьому ефірі нагадаємо, ти мені дуже допоміг під час презентації цього проєкту. Ти створив міні-балет «Танок пензлів», якщо ти пам'ятаєш. Я зробив віджеїнг, як Анатолій Криволап створює свої роботи, а Дмитро Шуров написав музику, яка тобі сподобалася з першого разу, бо ти казав, що до музики дуже відносишся. Ну, ти ж сам сказав, тобі є якась, тобі є, зокрема, де ти витягуєш дуже рідко, але ти сказав, музика крута, я бачу цей балет, я тобі його зроблю. Ти дійсно його зробив, і я вже не раз його показував наживо за твоєї допомоги. Ну, сьогодні я про нього нагадаю. У нас буде така можливість показати ще раз цей балет. Я думаю, це буде доречно. Так, зараз ми покажемо. Да, зараз покажемо. Он коротенький. У него есть плюс, он коротенький. Это не балет, это миниатюра хореографическая. И он, кстати, вот так вот очень вполне себе лаконичен, лапидарен. Ну, я вживаю таке слово мини-балет. Ну, мини, да. Учитывая, что гонорар за балет больше, чем за миниатюру, я тебя поддерживаю. Раду, в мене до вас таке питання. Юрій згадав про премію Шевченка, це державна премія. Мені цікаво, оцей рік, за який ви так багато проєктів втілили на сценах різних країн в Європі, ви відчували якусь підтримку з боку української держави? Ну, хоча б комунікаційну, я маю на увазі. Да, я, ви знаєте, я дуже сильно благодарен Міністерству культури і Министерство внутренних дел, потому что сейчас, вы же понимаете, для того, чтобы мужчины выехали, а это и Александр Родин, и Дмитрий Курята, выехали в Европу, вернулись потом обратно в Украину, ну, нужно разрешение, и это не непростая задача, и я благодарен, что и Минкульт, и погранслужба, они все идут навстречу. И в итоге, пускай со сложностями, но ребята выезжали, и мы могли это делать, потому что я один не могу это делать, я же не многорукий Гай Юлий Цезарь. Вот, мне нужны и художники, и композиторы, и люди, которые со мной рядом, соавторы. Поэтому это главное мое взаимодействие с украинским государством в последнее время. Uh-huh. Я сам, кстати, не гражданин это Украины, поэтому мне легче въезжать и выезжать.
А з місцевими в цих країнах представництвами, ну там посольства, консульства, ви не підтримуєте зв'язок? Тому що ну, ваші роботи, вони ж можуть ну, бути... Можна їх підсвічувати тим, що з'являється якийсь дипломат, наприклад, на прем'єрі? Чи, я, там... да. Я не буду говорити неправди. В Болгарії я сделал попытку пригласить нашего посла, но, наверное, из-за большой занятости он так не смог посетить нашу премьеру. На этом, в принципе, мои попытки закончились. Я больше не это вот не пытался. К слову про звание и про премии, есть такой короткий анекдот в одно предложение. И он плохо спал всю ночь, потому что перед сном до удури начитался собственной визитки. Ну, так, погоджуюсь. Да. Поэтому я в принципе, ничего против звания не имею, но особо пить я так ним не испытываю. Да. Ну, вам хочется нормально спать просто, я так разумею. Я и так плохо сплю, да, всякие мысли в голову лезут. А так еще, если про звание думать, так и все. А ти зараз працюєш з різними трупами, судячи з твоєї розмови, з болгарськими, латвійськими, і в тебе є українська трупа. Ти можеш порівняти рівень? Ой, совершенно разные вещи, да. Кстати, сейчас я нахожусь в Чехии, в Брно, и работаю с Национальным театром Брно. Замечательная труппа. Вот вчера у меня была первая репетиция постановочная нового спектакля, и тоже удивительный совершенно театр, просто они абсолютно какие-то все разношерстные, в хорошем смысле слова, все разные, все непохожие, многонациональная труппа, кого тут только нету. Вот, и в этом, конечно, есть кайф, когда ты работаешь с новыми людьми, с новыми индивидуальностями. Прямо здорово. Сравнивать невозможно. Латвийская национальная опера – это театр, в котором очень сильно академические традиции. У них идет весь классический репертуар. И там все артисты балета, прямо артисты балета, вот как вот прямо пуантовые. Пуантовые пируэтно шпагатные. Так вот, в Брно, на первый взгляд, они немножко менее балетные, что ли, более... У них очень много современного репертуара. Надо сказать, что Чехия – родина одного из величайших хореографов современности Гержи Киллиана. Это реально огромная фигура, это как исполин, возвышающийся над хореографическим ландшафтом. Он чех по происхождению и является основателем знаменитого, ну, не основателем, но визитной карточкой знаменитого театра Netherlands Dance Theater, который базируется в Гааге. Для меня это лучший театр современной хореографии в мире. Я понимаю, что это не спорт, и может кому-то нравится что-то другое, но для меня лично это номер один. Вот. И мне очень приятно, очень ответственно и очень страшно, что спектакль, который вот я сейчас ставлю, это один из трех спектаклей вечера нактных балетов, а остальные два – это Иржи Киллиан со своим спектаклем и такой замечательный хореограф тоже, который имеет отношение к Netherlands Dance Theater, Начо Дуато, тоже абсолютно мировое имя, мировая знаменитость. И вот ваш покорный слуга должен сделать новый спектакль. У ребят это уже переносы, а у меня должен быть новый спектакль. И я вот думаю, как я буду слушаться в этом контексте, переживаю, стараюсь изо всех сил. Ну, в принципе, я всегда стараюсь изо всех сил, но это старание обычно никакого прямого отношения к итогу результату не имеет. То есть либо получается, либо не получается. Как говорит мой замечательный друг и уже неоднократно упомянутый в сегодняшней нашей встрече сценограф Андрей Злобин, когда я сильно переживал по поводу Золушки в латвийской опере, это был 2005 год, я говорю: Андрей, мне кажется, у нас что-то, и это не поднимается в макете, и это не раздвигается, и что-то не получается, какой-то провал. Он мне сказал: Радушка, ну что ты паришься? Ну, хуже, чем мы можем, мы все равно не можем. А украинцы приходят на твои выставы за кордоном? Да, 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 конечно. Я постоянно, я вообще достаточно боюсь, когда телевизионное такое у меня осталось, танцуют все, когда чересчур много людей и хотят с тобой сфотографироваться или автограф или что-то еще, я стараюсь избегать, то есть я кайфа не получаю от этого.
Но когда была моя первый спектакль вот в Пловдиве, мы приехали, например, в Софию на гастролях, и там реально треть зала были наши соотечественники. Я специально вышел в фойе, чтобы пообщаться, пофотографироваться, поддержать, поулыбаться, пообниматься и так далее. Я пошел вот реально для того, чтобы подарить кусочек своего тепла, который у меня есть, я надеюсь, людям, которые находятся в изгнании, которые находятся в вынужденной эмиграции, и которые пришли сюда за кусочком Украины, и я символизирую ее. Человек с неукраинским паспортом. И я понял, что моя задача – подарить им максимальное количество тепла и общения, которое у меня есть. Раду, хочу все ж таки запитати вас щодо неукраїнського паспорту. Ви 18 років так тісно пов'язані з Україною і не є громадянином. Чи це тому, що ви не дуже хотіли, чи держава не дуже хотіла? Ну, взагалі ніхто не предлагав мені. Я вам розкажу, у мене, к щастю, є вид на жительство постоянний в Україні. І його отримати, ой, як непросто. І коли я вспоминаю, замечательный, я надеюсь, мой друг Владимир Владимирович Бородянский, который был руководителем объединения телеканалов, куда входило СТБ, вот, а потом был министром культуры какое-то время до Украины. Мне, по-моему, исполнилось 40 лет, может быть, не 40, может быть, чуть больше, я не знаю. И он говорит: Радо, что вы хотите в подарок? А я до этого постоянно пытался получить вид на жительство, но это невозможно, оно только на год, временное, и это стоит денег, и это постоянные головные боли. Я говорю: Владимир Ильич, я хочу вид на жительство, можете? Он говорит: да, будем пытаться, все. И юридический отдел телеканала СТБ по квоте люди, пребывание которых в Украине соответствует интересам страны, они в итоге не быстро, не сразу, но сделали мне вид на жительство, который позволил мне беспроблемно существовать в Киеве, жить и творить, и не думать о том, на каких основаниях легально или нелегально я нахожусь в стране. Так что это единственное, что мне удалось получить. Ты маешь на увазі при том, что гражданство Молдовы мне прямо вот вручили. Вот прямо вручили. Торжественно. Ну, ви ще здесь? Я дуже радий тебе бачити, чути. Ти багато цікавого нам розповів, несподівано навіть для мене, хоча ми з тобою спілкуємося теж вже років з 10, так? Да? Да, 100%. 100%, да, 100%, так. Да. Дякуємо тобі, що ти даруєш там тепло України нашим іммігрантам і не забуваєш про нашу державу і далі твориш. Твій театр працює, ти трупу відновив. Я не знаю, як тобі це дається робити так швидко, але щось у тебе є особистого, якийсь тебе є рецепт. Я взагалі не розумію, як ти можеш працювати 24 години на 7. Виходить так. Да нет, ничего подобного. Я отдыхаю нормально, я же труд человек. Так ты же еще... Не преувеличивай. Ты же профессор, да? Ты ж так и працюешь профессором? Да, да, да. У меня вот завтра в это же время будет по Zoom очередная пара с моими студентами. Если бы, кстати, хочу сказать, если бы не было бы Zoom, невозможно было бы работать, потому что меня в Киеве нет же на постоянной основе. Я там появляюсь иногда, там, максимально часто, насколько возможно, но тем не менее. Вот поэтому спасибо Zoom за мою работу в Нукиме. Юрій, я наостанок, да. У нас Раду, я в нашому тандемі з Юрієм, я відповідаю за останнє фінальне запитання, яке найчастіше пов'язане з технологіями. Як щодо того, щоб доручити штучному інтелекту написати, прописати ідею балету, чи можете довірити нейронним мережам таку роботу? Або костюми зробити? Остановимося на першому варіанті. Вы знаете, я отношусь к тому неприятному, ужасно типу авторов сузим, балетмейстерам, которые не пользуются чужими либретто. И неважно, кто его сделал, искусственный интеллект или другой человек. Мне постоянно приходит огромное количество людей, которые уверены, что они написали гениальное либретто для спектакля. Это могут быть совсем неизвестные люди, это могут быть достаточно известные люди.
но ни разу в своей жизни я не пользовался чужим либретто, потому что мне архиважно, чтобы либретто было мое. Оно называется у меня даже не либретто, а называется «Мысли по проекту». Чаще всего это такой вордовский файл, в котором я записываю по секундам, по минутам, что происходит на сцене, на мой взгляд. Это самый счастливый период моей работы, когда я не связан с человеческим фактором, когда никто не видит мои сомнения, когда никто не смотрит на часы, что мы уже час сидим в зале и еще ничего не поставили. Я сижу с компьютером, я абсолютно самодостаточен, и я придумываю свой идеальный спектакль, который я вот фиксирую вот в этом файлике. Несмотря на то, что по диалектике Гегеля мы все прекрасно помним, что идеальное никогда не совпадает с реальным, и этот идеальный балет, который у меня записан в этом Word'е, он никогда в жизни не совпадает с реальным спектаклем, который получается в итоге, но это вот минуты абсолютного творческого счастья, когда я сижу и его придумываю. И мне страшно подумать, что же за меня придумает искусственный интеллект. То есть, ну, для меня это вопрос... Но я знаю, что люди технологически более продвинутые, может, захотят попробовать. Опять же, это замечательный будет пиар-повод. Первый балет в истории человечества, написанный искусственным интеллектом. И на него дадут деньги, а если на него дадут деньги, то обязательно кто-то его поставит. Потому что деньги любят все. Про лайки. Непогана кінцівка та нашої розмови. Раду, я теж вдячний вам за таку змістовну, цікаву розмову. І хочу нагадати нашим глядачам, що треба підписуватися на канал, щоб слідкувати за ним. Ставте вподобайки цьому відео. Ставте вподобайки Раду, який став учасником нашого проєкту. І в нас ще багато дуже цікавих людей попереду, тому тримаємо зв'язок. Да, Радо. Да, и я хочу сказать, что я путешествую не один, со мной постоянно спутник есть. Здравствуйте. А, собачка. У меня собака со мной ездит по всем странам. Здравствуйте. Секунду, надо встать, она уже лежит. Вот, привет. Привет. Это мой постоянный друг и... Парень, которого я взял из приюта в Киеве, и вот в итоге этот мой друг, он со мной объездил тут всю Европу. Собака, которая самая туристическая собака балетная, которая может быть. Вот. Его зовут Расти. Круто. Наступное интервью треба у вас у двох, брати. Он молчаливый, намного более молчаливый, чем я. Но он не заикается, в отличие от меня. Дякуємо вам, Раду. Дякуємо. Все, до побачення. Да, успіхів. Дзвонимося. Пока. Пока. From the best, 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 from the best,